В Заводоуковском округе уже обозначилась тройка лидеров уборки зерновых. Это хозяйства «Флагман», «Подунское» и «Лесное». Последнее предприятие молочного производства. Местные аграрии прогнозируют, если погода будет хорошей, то через 2 недели они смогут завершить работы в полях. Им нужно обработать более 1700 гектаров земли. Большую часть занимает пшеница. Собранный урожай идет на реализацию и корм животным. В хозяйстве содержится 1300 голов крупнорогатого скота. Специалисты отмечают, в этом году урожай выше, чем в прошлом сезоне. Прошлый год не было дождей. Мы попали в такое, что пришлось зерновые слаживать в яму, заготовить объемные корма, чтобы прокормить наше дойное стадо. Но мы прожили год. И тут я тоже благодарен своему коллективу. Потому что все понимали, за счет молока мы имели и зарплату. У нас целый год все получали 100% то, что заработали.